Все региональные льготы, которые сейчас получают пенсионеры, после изменений пенсионной системы сохранятся в предпенсионном возрасте. Сегодня на заседании Комитета Заксобрания по социальной политике и собрании фракции «Единая Россия» депутаты поддержали законопроект, внесенный на рассмотрение в Донской парламент Василием Голубевым. Помощью региона, как и прежде, смогут пользоваться льготники женщины с 55 лет и мужчины с 60. А если человек имеет право на досрочный выход на пенсию, то и раньше, с момента ее назначения. Это смягчение вот этого перехода на новые сроки выхода на пенсию. У нас полномочий гораздо меньше, чем у федерального уровня власти, но мы эти полномочия реализуем в полном объеме. Вот все, что от нас зависит, от региональных властей, принимается для того, чтобы смягчить переход на новые условия пенсионного законодательства. Региональными льготами, как и сейчас, будут пользоваться ветераны труда, а также педагоги, врачи и другие работники социальной сферы, работавшие на селе.